Здравствуйте. Почему я так сейчас вздохнул? Потому что на кухонном мини-тесте нож Байкер 1, посмотрите, как он тяжело у меня сейчас открывается, который меня вначале разочаровал, потом порадовал, потом снова разочаровал. И перед тем, как порезать им что-то, я объясню, в чем дело. Дело все в том, что пришел мне этот нож очень туго, с перетянутым, скажем так, осевым винтом. И получалось так, что в сложенном состоянии там клин просто был, ну, практически у лайнера, то есть вообще не по центру. Я без задней мысли, на самом деле мне нравится дизайн, как я уже говорил, там, ну, в обзоре там я сказал про недостатки, про отсутствие клипсы, там, 5-10, но сам по себе то, что это за такие деньги, с таким клином здоровенным, складышок, мне очень нравилось. Дальше объясняю, это, кстати говоря, конкретно вот этот нож, он со сталью H12MF, то есть он покруче, чем восьмерка, он стоит немножко подороже. Но, в принципе, сами по себе байкеры, стерхи, куницы, складные ножи от Кизляра, они стоят очень дешево. Они стоят таких денег, сколько, это, наверное, минимум, который нужен, ну, должен стоить складной нож. Так вот, я без задней мысли ослабил, то есть провел тест замка, потом на складывание ослабил осевой, и пошел себе на лесной тест. И пока у меня нож был в кармане, вот эти вот штучки, кругленькие вот эти вот дизайнерские изыски, они просто у меня вот так вот открутились. Без какого-то моего вмешательства. У меня был мега ослабленный, очень легкий ход клинка. Все здорово, все здорово. То есть потом как-нибудь мы обязательно, ну вот я потерял что ли, а, нет, не потерял. У меня в планах есть разобрать его полностью, посмотреть, что там и как. Но вопрос на таком, что это за хрень получается? Что это? Вот это вот что? То есть сейчас у меня абсолютно хороший ход клинка. Действительно легкий. Он открывается инерционно. Сейчас просто... Неудобно на кухне это делать, но все равно получается. То есть если взмахом, ну, открывается, одним словом, если нормально махнуть, открывается. Но вот эти вот прибамбасины, они просто у вас раскручиваются на глазах. Если я эти прибамбасины сейчас прикручиваю так, чтобы они не отлетали, вот эти кругляшки байкерские, один и второй, то у меня осевой получается перетянут просто в ебеня, извиняюсь за выражение. Чтобы они не болтались и не крутились, у меня осевой перетянут так, посмотрите, что я его еле складываю, раскладываю. Резюмирую. Как-нибудь разберем, но суть в чем? В том, что есть модель, сам по себе нож, повторюсь, прикольный. Есть модель байкер без вот этих вот круглых колесиков. Я повелся на колесики, потому что действительно красиво. Это так прям по-байкерски получается. Наверное, лучше брать без вот этих колесиков. Наверное, как-то это будет более разумно. Но я, честно говоря, не ожидал вот такого изыска, чтобы просто детали ножа у меня оказались в кармане без моего, скажем так, вмешательства. Поехали. Кухня. Порежем хлеб. А вот это просто супер. Я вам скажу, что очень достойно. Да, я сейчас криво нарезаю, но суть в том, что эту же самую буханку, только что чеглок и особенно странник, вот кизляр, мяли просто безбожно. А здесь все-таки какой-то удобоваримый результат. Сразу объясню, что я придерживаюсь правила, что хлеб всему голова. Я хлеб очень сильно уважаю. Как, в принципе, я считаю, что хлеб – это не продукт, это символ. Я один раз был за границей, и при мне человек просто бросал хлеб
ну, так, знаете, небрежно, в корзину, так, с навесом. Я ему просто чуть не втащил за это, потому что, ну, я понимаю, что там у него деньги, и он платит за этот хлеб, но это все равно не оправдание. Так вот, давненько мы не устраивали на канале Архадыр ножесрача. Поэтому темка сегодня будет провокативная. При этом напомню, что приветствуются, даже если разговоры на повышенных, не переходить на личности. Потому что если будут какие-то оскорбления, переходы на личности, то сразу же комментарий удаляется и пользователь банится, ну, блокируется. Потому что, ну, мы же все здесь в клубе, мы же все культурные люди. Я вам скажу, ребята, я не ожидал. Складной нож чистит картофель на уровне хорошего картофельного ножа. Просто супер. Отлично чистит. То есть, вот странный, на самом деле, настолько этот байкер, он во мне вызывает разнополярные эмоции, потому что когда я вытащил вот эти вот пиндюльки из кармана, открученные, я матерился, ну, в общем, матерился. Сейчас я чищу картошку, я понимаю, что этот нож запросто можно брать в поход вторым номером. По крайней мере, пока что вот по хлебу и картофелю. То есть первым номером какой-то большой тяжелый нож, и вторым номером вот такой вот наш байкер. Просто, просто супер. Отлично. И тема, как я и говорил, будет провокативная. О том, что сколько нож стоит, сколько нож может стоить, сколько для вас конкретно дорого или недорого, с какой цены даже при нормальных материалах, при хорошей дорогой стали, при дорогих, скажем, материалах изготовления начинается уже дебилизм. Вот хотелось бы, я даже сам, наверное, мало сегодня скажу на эту тему, а хотелось бы именно просто разжечь костер уважительных прений людей, которые уважают друг друга. Вы посмотрите, я так увлекся, обычно я, ну, пару картофелин чищу на, скажем, на тесте. Ну, это действительно просто супер, просто супер. Очень удобно. Кисть не устает. Я вам сразу скажу, что присмотритесь к ножу Куница. У меня его нет, но он явно по виду легче, чем байкер. Здесь вот единственный косяк при чистке картофеля, что вот эта тяжеленная рукоять, она немножечко, чуть-чуть вот так вот, ну, самую малость оттягивает вот область мизинца. А так, так просто супер. Я извиняюсь за неравномерной толщины кожуру, потому что я не умею два дела одновременно делать, я болтаю и чищу, поэтому у меня такой вот неконтроль происходит. Так вот, например, был тест, не тест, было бы хорошо, конечно, получить этот нож на тест, но был всего лишь только обзор ножа Викар от Benchmade. Я могу сказать, что этот нож стоимостью в 300 евро в Эстонии, по-моему, стоит. Но он мне, конечно, не по карману, для меня это дорого. Стоит ли он этих денег? Безусловно, стоит. Безусловно, стоит. Нож крутой, классная, продуманная рукоять. Ну, там, в общем, кому не лень, посмотрите обзор. То есть, скажем, 300 евро. Этот нож стоит в самом простом исполнении то ли 1100 рублей, то ли 1000, там, ну, пусть будет 1300, неважно. Важно то, что это, ну, в разы дешевле. И он разбирается сам по себе в кармане, между прочим, что немаловажно. Но при этом, ребята, он божественно нарезает. Он нарезает просто охренительно.
То есть это складной нож, который просто вот если вы его возьмете, скажем, там, ну, в любой ситуации, там в офисе, не в офисе, там в поход, если возьмете вторым номером, все получится, все будет здорово. Посмотрите. Просто супер. Разницу в цене можете посчитать сами, я сейчас калькулировать не буду, иначе порежусь. Ну и вот, как вот эту вот грань определить? Потому что я не согласен с теми, кто пишет, у, там, да сдурели вообще столько денег, это вообще идиотизм, там, пятое, десятое. Вот я вам скажу честно, идиотизм – это Medford Praetorian за 600 баксов. На мой взгляд, это вообще идиотизм. У меня есть обзор на китайскую копию этого ножа, или уже вышел, или выйдет. В данный момент я вообще, вы смотрите это видео, я на самом деле наслаждаюсь ловлей макрели. Так вот, по факту, это реальный идиотизм. Там может быть D2, да хоть D20, без разницы, 600 баксов за нож, которым вообще ничего нельзя сделать. И можно только удобно колоть орехи, больше ничего. Просто... Я вам скажу, что даже копия Medford Praetorian, кроме того, чтобы подержать его в руках, пооткрывать инерционно и поржать над ним, своих денег не стоит. Даже копия не стоит своих денег. Там совсем, ну, совсем каких-то смешных денег, китайских, там, я не знаю, там, ну, на Алиэкспрессе я брал. Вот. Поэтому вопрос знатокам. Сколько дорого, сколько недорого, сколько вы согласны отдать за нож своей мечты, сколько вы согласны отдать за нож своей мечты, нет, задам вопрос посмешнее, потому что все, кто в теме, сразу сейчас поймут, что я имею в виду. Первый вопрос, сколько вы готовы выложить за нож своей мечты, второй вопрос, для тех, кто женат или там с девушкой живет, сколько ваша жена позволит вам выложить за нож вашей мечты. Без, ну, скажем, конечно, никто никогда не говорит жене по-настоящему, сколько стоит нож. Это глупо. Всегда цена минимум втрое там занижается. Но вот давайте порассуждаем на эту тему. Вот вы знаете кизляр? Дорогой ООО ПП Кизляр, а сделайте, пожалуйста, с этим клином, вот ровно с этим клином, фиксит. Просто с какой-нибудь ореховой или эластроновой рукоятью, с даже такой же, вот точно такой же, но фиксит. Он будет, во-первых, легче, будет сбалансирован немного по-другому, и не будет вот этого геморроя с открыванием-закрыванием, который просто портит нервы. Я вот сказал, что этот нож просто суперский, режет, и его можно взять на там на какую-то офисную нарезку и прочее, прочее. Только вы реально задолбаетесь носить этот нож без клипсы. Нож без клипсы — это бак 110. Все. Он просто шикарно режет. Он просто шикарно работает по продукту. Ну, нож просто дивный. То есть, ну как так? Я действительно расстроился из-за вот этих вот всяких самоделок, разборок. При этом довольно достойно показал себя замок. Да, он сложился несколько раз, но я там лупил так, что он по-любому бы сложился. Вот. Ни хрусточка, ничего. Огурец не... ломается, все нарезается, все просто по полному фэншую, просто супер. Тяжелая рукоять, вот все супер, но действительно чувствуется, вот если они сделают именно таким коромыслом, полностью скопировав, сделают фиксит, 100% возьму, 100% возьму. Вот они, прямые спуски. Только что резал странником. Уж на что красивый нож. Уж на что он такой прям няшка. И нет такой легкости работы по продуктам. Ну нет у вогнутых спусков легкости работы по продуктам. Очередные прямые спуски.
легкая-легкая такая рекурвочка, грамотная такая, красивая режущая кромка, все. Уж маринованную паприку так грамотно нарезать, это я вам скажу. Вообще сегодня у меня шикарный день, потому что я думаю, что вы все заметили, что я делаю блоками. Если я делаю кухонный мини-тест, я сразу беру там 2-3, иногда 4 ножа. И вот сегодня я работал терек 2 нож. Обалденно отработал по продуктам. Потом был чеглок, который, как я сказал, он вообще у меня близко-близко к идеальному фикситу. То есть в любом случае в десятку лучших входит. И в пятерку лучших средних ножей входит. После этого был странник, который классно отработал, но, опять же, за счет своих вогнутых спусков не было такого вот полета мысли. И, пожалуйста, байкер, который меня рассердить успел, просто, ну, до невозможности. Но я не люблю, когда у меня нож разбирается сам по себе в кармане. Вот. Вот, вот он результат. Супер. Супер. ООО ПП Кизляр, пожалуйста, сделайте байкер фиксит. Первый встану в очередь. Спасибо за просмотр, дорогие друзья. Жду ваших мнений. Хотел еще перед тем, как закончить, сказать, что вот недавно один комрад написал, что он видел ножи и там по 700, по 800 рублей. Вот это уже не вызывает у меня никакого доверия. Почему? Потому что даже сделанные в Китае полоска той же самой AUS 8, хорошо, если мы говорим про Китай, то полоска 8 хром 13 молибден ванадий, она тоже что-то должна стоить. Хоть что-то должно стоить, вот это вот прикручивание гаечек, какая-то должна быть зарплата у этого ляо, который этот нож делает, какая-то логистика, какая-то, ну, то есть, любая даже самая минимальная цена, она в себе несет какие-то затраты. Поэтому нож за вот конкретно... Я не знаю, в каком месте у меня села батарейка. Вот буквально, я так понимаю, только что. Одним словом, на всякий случай я заканчиваю, снимаю на телефон это все дело. Резюмирую. Байкер один просто шикарно отработал по продукту, просто шикарно, замечательно, все порезал со свистом, все порезал с душой, по картофелю суперски отработал. И я просто вот в самом конце говорил, что у меня не будет доверия к ножу за 800 рублей. Почему? Потому что нож, он включает в себе хотя бы полосу стали, хотя бы какую-то работу, хотя бы что-то. То есть для меня самая минимальная цена ножа, которую я считаю приемлемой, после этого уже начинаются глупости в сторону, скажем, дешевизны. Это где-то 1000-1100 рублей. Вот эти вот бедолаги, там, стриксы, рузы, совы и филины от Кизляра. Почему? Потому что, ну, видно, что они очень дешевые в производстве, там ножны просто пластиковые, пеналы вот эти вот слизанные с Фолькнивена, сами по себе ножи такие, ну, простые, простецкие, но это именно в любом случае нормальные ножи, которые режут, которые, несмотря на мое неприятие их внешнего вида там и прочее, прочее, это инструменты, заслуживающие уважения, все дешевле, но уже никак, уже некуда. Это мое личное мнение. То есть есть дурь в сторону плюса, есть дурь в сторону минуса. С огромным удовольствием я выслушаю ваше мнение на этот счет. И спасибо за просмотр. Всего доброго.